Я выхожу там кое-что. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. Давайте бьем трешак. Поднимаем сразу павших. Так, идите, заливайте потом звезду. Сразу звезду залейте. Милики, бегите туда, заливайте звезду. Он бомжа не называл. Залей ману пистоль. Сейчас. А, Клот, отдай гимн на ману. Может, без маны. Блин, почему гимн не на всех действует? Я на что-то не подействовал. Так. А, в общем, давайте все гимн ман на ману. Кого она не накрывает? Есть еще у кого килоспект? Что я наделал? Нет! Не ври таки про хилю. Не надо. Так, давайте танки летите, там ханты напуливайте на протопала и на самосвода скайтерти давай там по одному. Ну или наоборот, самосвод давай по одному. Thank you.
Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы Серебряного Авангарда! Не смешите, говорю! Я отвлеку ее на себя! Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней! Нападай! Ой, так как было в адептах? Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом! Причем я знаю, что Войт... Вроде был в кнозах, не в адептах. Войти в адептах. И на одно время был в кнозах, конечно. В капсовые он пришел, адепты уже. А, ну тут в докапсовых вообще мало кто уже остался. Кто был. Чего ты сказал, докапсовые? Ну изначально адепты были как бы одна заглавная буква большая. Потом из-за дона ЕПГП сделали адепты, ну капсом написано. А, в смысле ЕПГП? Что там было неправильно и не работало? Там что-то какой-то перс, короче, блять, багал вроде ЕПГП-систему, не могли сбросить нормально. Есть какой-нибудь джипс? Так, есть у кого флешка? Дальше прочекнули полностью. Дживс есть какой-нибудь тогда? Так, я понял. Тогда два шамана с ДЦ или кто там у нас, Хайприс? ДЦ. Вы летаете и хилите Вальку, а я соло похилю. Рейд. И летайте все за пистолой. Дайте Дживса. Так, лапы я вам дал. Сука, уроды, блядь. По-любому что-нибудь есть. Че, идите. Роги инду дайте. Так, полетите. Не, не себе брать. Так, там большой слева появился, сейчас подавители появятся. Не клонится. Заливайте подавители. Летаем все за звездой. Да, чё ты мне портал там занят? Зачем тебе портал? Подавители бейте. Слева близко, справа далеко. Там маг слева далеко, если что, бежит. Потом слева танчи ДК. Подавители сбивайте там. Вы
портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герои. ШПшки, дайте гимноману. Давайте как выйдете, Гер, даем. И Питона сразу в таргет Вальку возьми и гимна ХП. Клоту то же самое, таргет Вальку возьми и гимна ХП. Молодцы. Даруй мне силу покончить с этими яйцами. Надо с туннелям нахил. Я просто не знал, что ты в полифале сказал, два шамана и ДЦ летают. Мне вытрите хил. Я бы не забирал у тебя этот портал просто. Пойду. Лок, давай, ты слева, я справа. Давай, давай, давай. Я налево погнал уже. Да, погнали. Там сейчас сзади тершак будет. Ловите там танки. Самосвод пикни с танка тоже. Пилы готовьтесь. Там танки. Ой, эти ханты напуливательно там. Заливайте АОЕ. Там гнев небес пало, дайте. А гимн на ХП есть у кого? Мне кажется, это была плохая идея. На плену пошло. Ну да. Зайка была плохая идея. Это после ночи. Теперь встаем и бежим.
А, так там против просто АФКшилось. Приветствую. Ну вот. Клоток к тебе привязался, не потеряй. Чё, опять хилы в АФК ушли? Нет. Не, я тут. А чё тут было? Вот не захилили. Просто у тебя хили не было. Из-за тебя упали. Потому что тебя не было. Че, Копар поднял КС сегодня или где-то там? Че говоришь? Поднял КС сегодня, там вчера. Ну, в смысле, вот я вчера вечером писал, у тебя 6 там с чем-то было. Сейчас у тебя сколько? У меня пакет осталось еще. А, не поднимал ты. Кто вы там про что? Я его перегнать хочу. Мне 5.9 сейчас уже. Да, погоди, Тарик с ролью так нормально было. 6.1. Ну, давайте его пешка поставьте, сумма не устали. Так, суммоним, га? Так, вот там у нас еще нет. Так, вроде все тут. Ну-ка, давайте центр пробегите. Чё, агрим нет наркотиков? Я скажу. Давай, против же здесь уже. Май, не упадем. Справа я стрелу. Всё, давайте назад. А, да, можете. Давай, вертопал, ты первый даже не в небесном маге. Маг будешь замораживать, бомжей тоже можете. Их конты и роги напуливаете на вертопала. Блевать, ауе. Тяжкие можете дать силы. Я, короче, портнусь до ранка, мне сделаю сейчас 4-10 будет у меня. Нормально. Сейчас, смотрите потом. Ой, то давай, где бомбест. Я на Альянсе такую хрень сделал, ну, трэш нагрел. Говорят, вроде банят за это. Раньше банили вроде, сейчас нет. Это же не банят? Нормально, да, так да, можно да. Делать? Ну сейчас вроде да. Так уже офис начали как бы. На полном серьезе люди офис начали там ждать по 15 минут, забанят или нет. Ну за что бан? Причина бана какая? Ну, боюсь текстуру. То, что ты там проходишь сквозь ворота и притягиваешь трэш.
Это не баг, это не доделка разработчиков, причем бага есть текстур. Я помню, раньше так делали на этом ППГ. Локина там агрили. Да, агрили короля, сразу агрили. Мы, Кирилл, процитируем. Использование слабых сторон сервера. Да. Когда-то помню, вообще с рука притягивали к леди. А Войт там не снимает случайно? Да ладно, забанит так забанит. Пойдем хоть отдохнем, как люди живем. Да. 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 Вы помните черный лимон такого Шинан? Он вчера зашел и написал, что привет, Сэдли. Короче, он зашел и спросил, а Сэдли в бане? Ему сказали да, и он сказал, что потом он спалил ее за на БГ, что мы там два гнарика или что-то такое. Что, Сэдли забанили? Да, и ее забанили. Передал ей привет от какого-то там Стивена, что-то такое. В общем, подожди, а когда это было? Вчера. Да? Вечером. Олег покикал всех персов этой черный лимон. Часа в два, наверное. Так, подождите, а за что его кикнули? Или ее? Тебе же сказали, привет от Стивена. Да, я понял. Ты ГМ, что ли, тут Стивен? Это не ГМ, ты задрот его точно. Ну, в общем, у этого Стивена откуда-то рак этой черного лимона. Ну, может, хорошо общается. Ну, короче, случай это такой же, как с Джерином, тогда был там тоже какая-то женщина его забанила. И то, что он Вара продавал в EP-чате. Мама. Зачем его сюда ведете? Ну, вот наш Джерри, он сдал, потому что он пиздел на ней. Ну да, он заслужил. Все равно поступок крысы, блядь. Ай, пиздеть, надо быть долбоебом. Я бы то же самое бы сделал, если бы он бы так на меня пиздел. Ну, будь я бабой, конечно. Что ей еще надо было сказать? Она не может, там, знаешь, он тот же самый хуй. Ты прям провокатор, да? И она решила ему самое сердце, блядь. Да, его Варя, да, который он так хотел сказать. Он и сейчас продает, но уже не так, как тогда. Ты продавал своего? Не. А они там играют, я не знаю кто. Там, блин, на мой аккаунт заходит, может, человек 8, как минимум. Далеко вытаскиваешь, прятаться негде от крика. Паладос. Постоянно как не зайдешь, скиллы меняют, все меняют. И пиздец, и давай по-новому. Все там что-то под себя настраивают. Смотри, попутчик, тут можно прятаться. А, блин, куда вы? Да вот, где на выходе идем? Внутри. Бля, я отойти хотел, а так и не отошел. Кстати, же одно место. А вот за такое бани. За такое ракальство, блять, на в тюрьму нахуй сажать. Да? Так, становитесь возле звезды. Тотем уберите. Так, давай, Сумасвод, спекайся в танка. А, Вертопал пускай делает квест. В общем, Вертопал, садись сразу на мамонта, с него не вылазишь. Сумоните.
будешь стоять возле БДК, который будет танчить босса. Только не сразу, я тебе скажу, когда остановиться к танку. Ты пока так катайся. Есть у кого мили-фласт? Да, на второй фазе. Вот тебя все придумал. И свой, да, все фридомы. Да. Или три, подожди, я уже не помню, там три или четыре дыхания. Суммоните. Значит, четыре дыхания. Поставьте локи, шкаф засуммоните. У кого есть инчант рейди? У кого есть инчант рейди? Рейди отдам потом с приста. Локи, поставьте шкаф, там надо локов засунуть. О. Маркетифирка, у тебя есть реги с собой? Чарниш, тебя спринт снабы выскину. Мы тебя захилим, не волнуйся, по. Ну чё, сумуните, можешь, нет, присе. Мы тебя засумуним. Что надо, блядь, я уже давно поставил. Тыкайте снова. Ну что, есть сум? Да. Всё, давайте еще один чек. Сейчас пожру. Я готов. Кликни. Каш, когда даешь. Пускай у нас первый танчит скатерть. Потом самослот. Вары на хп крикните, пожалуйста. Так, ну все готовы, тогда вниз спускайтесь. Крик на хп. ДК запускай сразу босса. А есть крик? Но мне нету. Да будет сейчас. Не надо просто беса призвать. Вот сейчас можете дать. А у вас там рага на сотку. Это ДБМ забагался или не на кого мать? Побежали. Так, метки готовимся вниз. Метки вниз, а сумасвод возьмешь босса на себя. Там поанонтите кто-нибудь на мне глыба. На лестнице. До 150 тысяч подбивайте. Опять на лестнице. Там звезду подбейте, я не слева. Слева как далеко. Че, не бейте ее там, хватит. Вы ее загнобили. Разбивайте. Барванит, Давид. Чё, давай там, лови. Так ведь. И стой возле танка, и всё. Я не понял, почему у меня этот пол один пробивает квест, мне этот побежали. И отображается в боте. Потому что он не здесь. Так это не без разницы. А вот все, я его нашел, бля. Давай там собирай стаки, алло. Паладин, я же тебе сказал, стаки уже можешь собирать. Стой возле танка и все, собирайте стаки. Я тебе 8 стаков шум. Да я знаю, так это ж обычка. Теперь почувствуйте всю мощь, ребята!
Кизар под босса. Следующий тоже под босса. Ты хоть стаки скидывай, по один тоже в первом моменте сидит. Под босса. Ее не разбиваем. Иди становись к танку. Уже становись. Беги на мамонте к нему. Следующую в сторону выносим, гер даем. Геймун в сторону выноси. А, на тебе сейчас она не должна появиться. А, нет, разбивайте. Разбивайте его, он кое-что сделает. Следующий под босса. Абвар под босса, и то надо и гимн на хп. А, не бейте пока что босса, дайте ему кое-что сделать. Разбейте левый склеп. А, пускай он дыхание половит. Он, блядь, он даже не споймал ни одного дыхания. Или одно все-таки споймал. Давайте ему еще одно. Под босса несем, и тона. Под босса несем. Не бейте. Сразу бежишь и БЗ даешь. Не бейте босса, я вам сказал. Босса не бейте, алло. 1,5 миллиона. Блять, я сейчас хик. Ну на этого ебаного пупырчика. Все, ну тогда добивайте. Если все. Вынеси в бок. Вынеси в сторону. Блять, тупые, сука. Забыл ханту просто сказать. Он под босса вынес. В сторону дальше выносите. Побегите от босса. Там разбейте хоть. Блять, давайте, убивайте его. В сторону встаньте, убивайте. Так, главное, что у нас попал, не упал. Все. Иди, сдавай свой квест. Не за что. Талик упал. Блядь. Сука! Кто там у нас победил? Пупырчик? Пупырчик, да. Идем на лича. Завоеватель. Давай смысл сразу прикрепить, да? Сейчас я ревогнусь. Давайте сюда. Просто я целка помню вообще ни одного завоевателя. Были завоеватели, я два забрал. Не, прошлое. А? Эйчка, помнишь? Да. Вообще ни одной штуки не было. Тут если еще один завоеватель, то за рейд, короче, все соберу и больше. А кто по дисплею чему? Хорошо, пистол тогда дисплеет. Так, давайте чек на готовность. А, вертопал, ты знаешь, где танчить? Да. Ну все, это. Пробафайте, что нам не умер сейчас. Пристабаф, инту, лампу. Кто там у нас еще бежит? А, геймон, иди сюда. Нет, ты скорее всего не знаешь. А, смотри. Я понял, около этого столба. Да, тогда все, тогда я запускаю. Я ж с вами ходил. Ну, дай лапушану. Ты, блядь, джиз поставили, как надо было поставили. Брайзи. А чё ты тогда там в гильдии не стоишь? Да я у вас состою как бы с трёх перцев. Дай лапу. А? Лапу тебе дать. И сдаться на твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть. Так, я тогда его взлю. Быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки... ДК сразу лицом попал. Поворачиваешь и танчишь. Я сказал лича, лицом к попалу. Да будет так! Герои, в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты видел финал. Поближе надо. Чтобы
Ну давайте поближе встанем. Да блять, добежать и так даже можно, да. Так, готовимся к чему 5 секунд. Ноль секунд, мга выноси, мга. Мга, иди справа. Ты уходи оттуда. Так, готовимся, чума, одна секунда. Питона выноси. Питона. Ты можете диспелить. Бывает, я подниму. Давай, Питона. Так, давайте на край. Это у нас сразу по гимн на ману. И пистола, давай тотем на ману. Там. Бой, дай каплю паладину. Попал. Дай ему каплю. Там вообще чума есть? Да, есть. Да, это надо. Она долго будет стакаться. Ханты, вы там снимайте с него, с этих больших ступлений. Да, я гневом не заходил. Ну хорошо. Тедер то же самое, можешь обнадежить, что попало, дать ему капну. Там просто мелкого трэша, наверное, много взял на себя. Третий дух. Давайте девочку. Готовимся, Валька. Осквернение, готовимся выносить. Милик, влево выносите. Геймон на тебя, влево выноси, а вы правее станьте. И прыгать по нему не надо, спокойно выносим. Так, смотрите, кто поднос, сейчас я теперь тоже встану. В общем, осквернение влево понесете, а рейд назад побежит. Коробки скидывают лучше? Да. Да. Плащу? Да. Ванишем. Не плащем, ванишем. Ну, черный штрус дадим, блядь, не знаю. А у нас она на КД не дадим. А, у вас на КД, блядь. Всё, пистолу выноси, молодец. Дайте тебе стан, кружочек. Любой паладин. Добивайте треугольник. А, переводите босса. И что ДК в звезде по ним зашло? Так, сейчас готовимся, осквернение будет. А, выносите осквернение. Иди его к звезде уже. Уж к звезде. Клота выноси. Только не прыгайте, блять, обезьяны. Ой-ой-ой, да, давай к звезде выноси. Давайте гимны на хп. Блять, куда вы пошли? О, молодцы. Гимны на хп, давайте, гимны на хп, давайте. Ясно. Ёбаный стыд. Давайте быстро все. Давайте вместе бежим за ними. Ёбаный стыд. Вы вообще звезду видите, ребята? Вы, мне кажется, ничего не видите. Там забирайте этого духа. Сало только диспель. Сало, да, диспельте. Ханты напуливайте. Агро, агро заберите. На ханты напуливайте сейчас на танков, а шупешки вы бейте сверху. Давайте так сделаем. Пускай не напуливают. И бейте. Сейчас я поставлю метку.
Блять, бейте звезду. Звезду добейте пока что. Ужас какой-то, ужас. Кто ж не умер? Потом бейте звезду. Сначала давайте группу добьем. Они есть. Так, у нас только вар упал, это хорошо. Давайте, добивайте духов. Пупырчик может каст не сбить, так что готовься ДК прожиматься. Ты сразу держи, не забил кулу. Пупырчик, как медведя прыгаешь и станешь. А он не в РК, он не в РК. Дайте ЕР. Потихонечку веди его, не спеша. Как мельки тоже могли бить. Сейчас готовим катапульта осквернения. Залети ману ветрику. На ханты зачем вы бьете духов? Бейте лича. Мы чего не делаем. Видите, хорошо там протопало. Но останьте он на край платформы, чтобы вас духи не убили. Оскорнение сейчас будет, готовимся, 1 секунда, 0, там разбегитесь, хабовар на тебе, то потихоньку веди его на другую сторону. 9. А, тьфу, блядь, мне что-то показалось, что он вызвал дух, он там слабится уже у нас. Ну, можно и так, ладно, давайте там на край потом становимся. Видите, марки-фырки. Залейте маму, кстати. Сейчас осквернение будет 2 секунды. Верляться на тебе. Добивайте уже этого бича. Да можете никуда не бежать. Так добьем. Так, войду сразу и подам. Давай приливчику пуди. Лучше, при нас. Не, прилив лучше. Да, Паладин, только заходи на того чара попал, на которого ты не получал ЕП. А так можешь получить. Что движет вами? Да, так, у нас не было ЦЛК норм еще на этом КД. Да. Так, у нас целый час, ой, даже целых 45 минут отдых. Ой. Бля, что ли гулять пойти? Что-то я не хочу никуда идти, вообще никакие рейд. Не хоти. Там до пипа будет, нет? Да, до пипа. Нет, до пипа. Что вроде 1250 или 1350 вроде было? 1250. А что, почему 1100 накинул? Потому что он не с нуля с нами. Он с рука. И ты станешь первой жертвой. Да, можно, только не лайте теми чарами, на которые вы не получаете ЕП, и заходите на тех, на кого вы хотите получить ЕП. И на те, на кого вы не получили ЕП. Думал, ты себе кинул. Не. Дай мне силу разбить эти оковы. Да, мы никуда не спешим, успейте ходить. Но все равно еще 50 минут отдыха. Токио рыбов собирать. Я не знаю, ну, может быть я подойду, буду собирать. Может быть меня не будет, и кто-то другой будет собирать. Я просто не хочу вообще никуда идти. Никакие без голоса с вами будут собирать. Да. Он будет в чате писать, что делать.
Ну посмотрим, я к 7 подойду, я скажу. Давайте убивайте этого лича, раздавайте там лут. Тем, кому там ничего не надо, сразу убивайте теми чарами, на которые вы не хотите получать, типа, и заходите на тех, кого хотите. Что там у нас упало? Прилив, капа, давай, кидай его. Да, сука. Лица. Все. Лебарда. Че, никому не нужна? Что там, давайте, пойти. Покорите.